Привет, ребята, опята! Меня по-прежнему зовут Дарья, и как вы помните, я учусь на третьем курсе. А в преддверии такого праздника, как День студента, я решила походить по любимому колледжу и позадавать различного рода вопросы. Погнали! Каким должен быть настоящий студент? Опрятным, ответственным и, самое главное, пунктуальным. Ты сама в это веришь? Нет. Назовите пару плюсов быть студентом. Плюсов нет. Ну. Подружки, помогайте, пожалуйста. Я не знаю, какие плюсы. Их нет! Да. Мне кажется, их реально нету. В смысле, вам стипендию платят? Погоди, стой. А, о, стипендия! О, это очень хорошо, но чтобы получать стипендию, надо учиться прям как не знаю. Вы это не делаете, да? Это делаем, мы стараемся. Нравится ли вам быть студентами? Ну, так, 50 на 50. Почему? Потому что спать охота. Взрослая жизнь. Ну, вроде бы как бы. Очень интересно. Интересно что? Просто интересно. Уроки интересные, учителя очень добрые. Учителя, да. Да, это правда. Это правда. Вот, Эми, скоро же будет День студента. Вот что вы можете пожелать? Всего хорошего, отличной учебы и здоровья. Откуда пошла такая фраза? Настоящий студент, голодный студент. У нас потому что денег нет. Поэтому мы бедные студенты, всегда голодные. По мне не видно? Да. Голодный студент, бедный студент. Я же правильно сказала? Нет, я не так. Как вы сидите пару? Все-таки пара — это полтора часа, не 45 минут, да? Первый курс все-таки. Как вы выдерживаете это? Как это комментировать? Это ужасно, это ужасно. Пары быстро проходят, так же, как и обычные уроки, просто подольше. Но когда интересная пара, не замечаешь этого. Ты просто делишь на два, да, их? Типа. Я вообще не замечаю, как оно. Я вообще не хожу. Как беспалевно спать на парах? О, тема наша, тема наша. Я? Мнение эксперта. Подкладываю там лосинки или еще что-нибудь, так подкладываю и сплю. Все, потом вообще круто. День студента и Татьяне день празднуется 25 января. Каких знаменитых Татьян ты знаешь? Говоря о музыке, приходит на ум Татьяна Овсиенко, Татьяна Буланова. Ты слушаешь Ретро FM? Давай послушаем их треки. С удовольствием. Женское счастье, был бы милый рядом. Каким должен быть настоящий студент? Спасибо. Передайте, пожалуйста, за проезд. Как лучше готовиться к экзаменам? Заранее или за одну ночь? Конечно, за одну ночь. Кто готовится заранее? Наш человек. Вы как первый курс, скажите, пожалуйста, сложно ли быть студентом? Да. Нет. А почему у вас так разница? Типа да и нет. Ты напиши мне весенним лучом на белой стене. Как вы думаете, откуда пошла такая фраза? Настоящий студент, голодный студент? О май гад, о май гад. Погоди, красавица. Погожу. Работаем. Почему откуда так обычно? Я не знаю. Мы голодными никогда не были. Вы не были настоящими студентами? Настоящими студентами были. Фраза откуда пошла? Фраза откуда? Я знаю фраза. Я сильно не думаю. Студенты всегда голодные бывают настоящие. Они учатся, учатся, им кушать нету. Времени нету. Времени нету. Поэтому. И денег нету. И денег нету. Так вот и живем. Времени и денег нет. Вот, вот так вот и живем, да. Да. Что вы можете пожелать нашим студентам? Здоровья, счастья и работа. А вы какой курс? Третий. А я тоже третий, я вас первый раз вижу. Можно мне задать пару вопросов? Вопрос пару о студентах. День студента там... Студенты, там, ну, вопросы небольшие, пожалуйста, можете ответить, пожалуйста, ничего не хочу. Ребят, вы как первый курс, скажите, пожалуйста, сложно ли быть студентом? Да, сложно. Очень много заданий дают. Перечислите мне плюсы быть студентом. Потому что есть стипендия, здесь не как в школе, ты не сдаешь экзамены, лафа. Экзамены.
Главное, что не ЕГЭ. Ну что ты, зато ты можешь поспать на парах 1.5 часа. Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Как прогулять пару? Как-то раз был урок русского языка. Значит, я такая не хотела писать контрольную работу. Выдавила кровь из пальчика, у меня была там рана. Вот так вот сделала и сказала, можно выйти, у меня кровь идет. Она меня отпустила, еще пожалела. Что бы вы сказали бы, если бы вы встретились с Владимиром Владимировичем? Стипендию нам поднять чуть-чуть повыше. И троечникам... Да, и троечникам тоже давать стипендию. Мы же тоже люди. А вы троечник? Мы нет. Молодец, за народ переживаешь. Так как вы третий курс, скажите, пожалуйста, как же сдать экзамен, не готовясь к нему? Пришла, сдала, все, что-то там пробормотала, ушла. Пожалуйста, меня болит. Популярность она такая, да, совершенно верно. Вот и все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Можете поставить свой лайк и нажать на вот этот вот колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Но если вам понравился данный формат, когда я прикапываюсь к людям, то можете написать в комментариях, и я буду делать всякие интервью. Вот и все. Ну а с вами была Дарья. Скоро увидимся. Пока!